Наше рідне місто багато на талановитих людей, і я знаю, про що я кажу. Знайомтесь, будь ласка, сьогодні у нас в гостях Антон Артамонов. Він вокаліст, музикант, екс-учасник проєкту «X-Factor». Людина творча та цікава, та вже не вперше в нашій програмі. Привіт! Дуже рада бачити тебе у нас в студії. Розкажи, пожалуйста, чим ти зараз займаєшся після проєкту, чим увлікаєшся? После проекта прошло уже несколько лет, занимаюсь по-прежнему музыкой, в этом плане здорово. Ничего не меняется. Да. Занимался я еще бизнесом до недавнего времени, но на данный момент, собственно, с бизнесом полностью все. Теперь я исключительно музыкант. Музыка тебя поглотила. Да, судьба дает одно направление. Поглотила, я не против, я не сопротивлялся особо. Участвую сейчас в нескольких проектах, ну, про некоторые из них могу рассказать, про какие-то еще рано говорить. В принципе, вот мы знаем, что ты участвуешь в проекте «Метал-опера Окситания», да? Расскажи поверхностно, что это за проект и какая твоя роль в нем? Авторы проекта – это Маргарита Пушкина, она известна по текстам группы «Ария», и Сергей Скрипников – композитор. Проект масштабный, проект будет состоять уже из трех частей. Это будет, я так понимаю, на трех дисках все издаваться. Очень интересный сюжет, очень интересная линия. Часто идет отсыл к «Мастер Маргарита» Булгакова. Собственно говоря, мой персонаж – это «Хранитель времени», он так называется. Периодически у меня, в моих словах, есть параллели, которые проводятся между, например, сценой, где Йошио Каноцтри общается с Понтием Пилатом. Ну, как-то так. Здорово. Слушай, ну вот у тебя много фотографий я видела из-за границы. Ты вот там и в Польше был и так далее. А ты туда ездил по работе или просто отдыхать? Просто за границей – это наша любимая скрижая тема. Мы любим о ней разговаривать. За границей хорошо. За границей хорошо. Европа – это просто шикарно. Едешь из Украины, вот едешь по нам, мы машина ехали, едешь по нашим дорогам. Теперь все понятно. Выезжаешь в Европу, и как-то все совсем по-другому происходит. По-другому колеса крутятся, по-другому едешь. Я скажу, когда обратно переезжаешь кордон с Польши, то вот ты первым делом попадаешь в яму, и ты понимаешь, что ты родина. Дома. Да здравствуй, Украина, все хорошо. Поехали мы с братом вдвоем, были мы в Польше, в Праге, в Чехии, потом в Вене. В Австрии. Потом поехали в Братиславу, в Словакию. Помните фильм «Евротур»? Да, там да. Про Братиславу, там, где на $1 можно все купить. Это правда? Это неправда. Это неправда? Это неправда. Словакия дорогая, там все в евро. Ну, скажем так, вот если в Вене, я понимаю, почему там все в евро. Ты смотришь на Вену, и там, ну, блин, там действительно евро. Смотришь на Словакию, думаешь, пацаны, ну что это? Ну, как бы, такой отремонтированный совок. Нет, там все хорошо, на самом деле. В Словакии все классно, там хороший ЖКХ, дома ухоженные, дороги все ровные, все четко, но... Косметический ремонт, да? Косметический ремонт, но не дотягивает до Праги, до Вены сильно, а цены такие очень... Космические, европейские, можно да. сказать. Оттуда мы заехали, были в концлагере Аушвиц в Освенциме в Польше. Место мрачное. Честно, я еще фотографии не выкладывал, буду только это делать вот на днях. Ну, там как время доходит, надо обработать каждую фотку, потом ее запулить. Прям так ответственно к фотографиям подходит, не то, что мы с Ксюшей, да? Сфоткались и сразу в Инстаграм. Слушай, ну вот ты был за границей, наверняка какие-то новые эмоции, впечатления. Может, ты вдохновился чем-то, может, там музу какую-то нашел, и у тебя есть какие-то планы в дальнейшей своей карьере? Вдохновился, музу нашел. Ну, скажем так, мне в Европу нужно было ехать. Мне придется в ближайшее время туда ездить довольно часто. В Германию я буду участвовать в одном проекте. Пока не буду рассказывать. Одна команда немецкая пригласила к себе вокалиста. Мне нужно будет туда-сюда мотаться. Поэтому уже рассказал, класс. Ну, это без деталей, без подробностей. Понятно. Там, на самом деле, подробности будут интересны. Там очень такие интересные участники. Ну, об этом как-то потом. Вот. Мы катались с братом, у нас был с собой полная машина аппаратуры. Мы взяли пару колонок, микрофон, стойка, гитара. Вот. Мы пробовали играть как уличные музыканты в Праге, на Карловском мосту у нас оттуда. Погнали два раза. Со шляпкой, да, для денег? Нет, мы стояли, играли, мы хотели поснимать прикольные видео, ну, посмотреть на реакцию людей и так далее. Но нам каждый раз давали играть не больше, чем полчаса, потому что подходила полиция, охрана. В первый день нас попросили удалиться. Мы подумали, что что-то тут не то. Пришли на второй день еще раз.
решили убедиться. Да, нас попросили удалиться уже окончательно после этого. Мы обиделись и пошли на третий день. Пошли на одной из центральных площадей Праги, поставили звук на всю и, ну, успели мы сыграть 5 песен до приезда полиции. Приехала полиция, там кипиш, паника, что вы делаете? Мы играли ACDC, Halloween, вот так, чтобы наверняка, чтобы поняли. Чтобы просто люди понимали, что приехали музыканты настоящие. Ну вот мы с Лерой говорили, о том, что ты любишь более такую, скажем так, жесткую музыку. Вот почему именно такое направление? Ну, это не жесткая музыка. Power Metal, Halloween, те же самые, это очень плавные, распевные вокальные линии, да, там немножко примоченная гитара, немножко тяжелая бочка, то есть барабанная партия. Оно все очень мелодично, оно вкусно. Мне это нравится, оно технически очень непросто это все дело исполнять. ACDC, так тем более там. Объемная музыка, да, можно так назвать? Да, можно назвать объемной музыкой, причем бы и нет. Вот. Ну, мне эти стили нравятся, я собираюсь в них работать дальше. То есть пока что ничего не меняется. А вот есть еще, ты работаешь в группе Conquest, да? Вот как давно ты там работаешь и чем ты там занимаешься? Понятно, что наверняка ты там поешь. Да. Можно предположить. Да, можно предположить. Я там таки пою. Несколько месяцев назад пригласил меня Василий в группу The Angel Conquest. Группе около 20 лет, старая команда. Группа 5 альбомов, группа издавалась на Warner'ах, ну, хорошие музыканты. Я приехал в Киев на репетицию, мы послушали друг друга, мне очень понравилось, им тоже понравилось, все good, давайте работать. Ну, раз уж ты работаешь, то понятно, что им понравилось и тебе, это хорошо. За пару месяцев разучил материал, их, ну, так, немного, 15 песен. Оно все англоязычное, поэтому, скажем, ну, не так это все просто дается, тем более в голове очень много других проектов крутится. Поэтому я прихожу к себе вот на студию в Николаеве, вот день у меня один проект, день другой, день третий, день четвертый, так 6. Потому что веду параллельно 6 разных. С ума сойти. Ну да, вот, кстати, а есть, может, еще какие-то несвершившиеся мечты вот в плане творчества, которые ты хотел бы еще затронуть в своей деятельности? Несвершившиеся мечты? Да, валом, почему? Я еще не рок-звезда мировая, поэтому... Хочет да, быть рок-звездой. Еще, конечно же. Правильно, а нужно все достичь максимально. Тем более, это все вполне реально, но почему нет? Вот пару лет, как после X-Factor, я иду по этому пути музыканта, я наблюдаю тенденцию, положительную динамику, что вроде как получается все дальше, глубже залазим. Ну, он, наверное, дал тебе какую-то такую плотную основу проекта. X-Factor. Да. X-Factor дал мне толчок, может, дал мне хороший эфир на Ютубе. Да, там уже более 1 000 000 просмотров. И, собственно говоря, по этому эфиру многие команды меня и нашли и предложили мне участие в том или ином проекте. Поэтому, конечно же, да, там заявка была серьезная в X-Factor. Спасибо тебе большое, что пришел к нам в студию. Я думаю, что мы увидимся не последний раз. Ты постоянно развиваешься. Я думаю, что нашим зрителям будет интересно следить за твоей деятельностью. Приходи еще к нам. Окей. Ну что ж, вместе 512, а мы рухаемось далее.